בוקר טוב, אני לא יודע אם אתם תקצו עוד דף ק"ג, ליסטות רצי, רצון שדברי תורה נשמת קונפטרים, לא אמור, אני לא מבין בזה לפה, להצבת המזרוח, ואתם ישראל, שלום בארץ בעולם. Сказали вчера, что женщина, которая выходит замуж, и она говорит своему мужу, у меня есть дочка от предыдущего брака, я выйду за тебя замуж, а с условием, что ты будешь кормить ее 5 лет, обязан он кормить ее 5 лет, даже если он с ней разведется. Но если записал, что я буду кормить ее все то время, пока ты моя жена, тогда кормить, пока она его жена. Если она развелась, она ушла, и он когда должен ее кормить, он должен ее кормить там, где мама. Поэтому сказали Рав Хисда говорит, что когда не дай бог родители расходятся, разводятся, то дети идут к маме. Есть вопрос, это здесь говорится о девочке, вопрос с мальчиком, куда он идет. Но Гмара говорит, что приводит историю, там была история, очень страшная история, редкая история, но все-таки был случай, что когда мальчика после смерти отца отдали на опекунство его братьям от отца или приемным братьям, и они его убили для того, чтобы получить наследство. По одному мнению это было перед Рош ха-Шана, по другому мнению перед Песах, написано в разных книгах. Как бы там ни было, за это мудрецы сказали, что ребенок остается с мамой. Теперь вопрос, есть другой, как мы сказали, говорили. Сарахами не считается это. Не поставим. Мэйвэйю? А? Что? Ну, на мэйвэйю, один будет здесь давать. Начнем сначала.